Всем привет! И снова Гауя, и снова рыбалка. Приехал на новое место. Будем пробовать ловить ихтиандра. Прошел сегодня днем дождь, сейчас вот выглянуло солнышко. Может быть, будет какое-то движуха рыбы. Посмотрим. Вчера отсидел 3 часа, было несколько поклевок на кукурузу, но не смог ничего поймать. Не смог подсечь. Что-то я как-то не догонял. В какой момент нужно подсекать? Ну, попробуем сегодня. Может быть, удача подвернется. Ладно, пойдем. То есть есть маленькая такая ямка. Посижу на поплавок. И... немного ветерок есть, правда, здесь. Но это не так страшно. Зато не жарко. Так. Насадим кукурузку. Насадим кукурузку. И замастырим. Опаньки. Поклевка была. Есть. Есть, ребята. Опанки! Первый голавлик. Можете меня поздравить с первым ихтиандром. Небольшой, но нормальный. Но я его отпущу, потому что таких надо отпускать. Будем надеяться на что-нибудь побольше. Клюет. Окунёк. Маленький окунёк. Вместе с какой-то леской. Ладно. Пусть живёт. Ну так, солнце село. Больше ничего не клюет. На этом, я думаю, рыбалка заканчивается.
на этом все, ребятки. Пока-пока. Удачи. Еще будет много всего интересного. Подписывайтесь на канал.